Добро пожаловать на канал Hardresset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A52 будет идти игра PUBG Mobile. Давайте посмотрим, какие у нас стоят настройки. Так, почему-то решил у нас экран немножко темнее стать. Так. Видимо, это самая максимальная графика, которая у нас доступна. Ну, давайте начнем. Давайте, наверное, выключим их. В принципе, так я лаги не наблюдаю. Но думаю, что нам надо будет проверить это в перестрелке.
Что я могу сказать? 30 FPS есть. Явно не 60, и как вы можете заметить, довольно низкая прорисовка. Дальность прорисовки. Если бы мы ехали на машине, я думаю, вы бы видели, как перед нами просто будут появляться деревья. Но вполне играбельно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!